Ледовый комплекс «Халык-Арена» в Алматы, оборудованный под ковидный госпиталь, начал принимать первых пациентов с коронавирусом. Лечение там получают сейчас 18 человек со средней степенью тяжести. Данный госпиталь относится ко второму эшелону. Это значит, что заболевших доставляют сюда, когда загруженность инфекционных клиник превышает 70%. До сегодняшнего дня комплекс находился в резерве. Добавлю, за последние сутки в мегаполисе отмечено 526 случаев коронавируса. Высокий уровень заболеваемости в Алматы держится уже несколько дней подряд. Пациентов именно со средней степени тяжести и с тяжелых пациентов очень много. Поэтому мы вынуждены были запустить госпиталь «Халык-Арена». Загруженность коек должна быть не менее 70%. Мы придерживаемся этих показателей. Если загруженность коек более 70%, стараемся запускать новые койко-места.